Всем привет, меня зовут Роман Демчук, и в этом видеоролике я хотел бы вам рассказать, как легко и просто сделать креативную фотографию в твой Инстаграм. Для этого нам понадобится немного вещей, а именно камера, либо смартфон, у которого есть функция настройками камеры, штатив, свет цветной, либо просто фонарь, лампа, что угодно, что может постоянно светить. И какое-то приспособление, чтобы этот свет к нему прикрепить. Для того, чтобы сделать эту фотографию, мы с вами, естественно, берем штатив, камеру, выходим на улицу и устанавливаем камеру вертикально. Выставляем настройки, а именно выдержка, диафрагма и ISO. Также нам понадобится с вами свет, накамерный, он же видеосвет, и какая-нибудь, не знаю, там, скажем, палка. Далее нажимаем спуск, и на выдержке мы с вами начинаем прорисовывать светом месяц. После чего мы с вами переходим в Photoshop. Переносим исходное фото в Photoshop, делаем его дубликат, выбираем инструмент перо кривизны и начинаем делать ключевые точки, чтобы был красивый месяц. Ну, красивый он будет у каждого свой, но все же. После чего нажимаем Маус 2, выделить область, радиус растушевки, я выбираю 3. Затем делаем слой с месяцем. И с помощью инструмента штамп мы делаем месяц полноценным. После того, как мы закончили с месяцем, мы выбираем инструмент заплатка и с помощью него, выделяя те объекты, что нам не нужны, их убираем. Заливаем с учетом содержимого. Делаем мы это обязательно на копии слоя. То вы выбираете либо зеркально, либо без галочек, как кому нравится. Уже получается неплохо. С нижней частью мы поделаем то же самое. С помощью этого инструмента можно убрать все, что нам так или иначе не нравится. После того, как мы закончили с месяцем, нам нужно добавить на него свечение. Для этого нажимаем два раза на слой, выбираем вкладку «Внешнее свечение». На наше усмотрение уже выбираем, как нам больше нравится. Ну, высокую яркость составить не буду, так как это будет менее реалистичным выглядеть. После чего мы фотографию обрабатываем на свой вкус и на выходе получаем вот такую фотографию. Вот так просто, не имея колоссального оборудования, колоссальных знаний в Photoshop, мы с вами сделали крутую креативную фотографию. Если тебе понравилось, подписывайся на канал, ставь лайки и обязательно пиши комментарии. Всем спасибо и пока!